Всем, кто зашел на мой канал, доброго времени суток. Желаю вам крепкого здоровья. Сегодня у меня распаковочка Samsung Galaxy A7 2017 года. Мой долгожданный аппарат, который я считаю просто супер аппарат по всем его характеристикам. Он пришел на смену моему Galaxy G5 2016 года. Тот успешно прослужил мне год. Ну что, упаковочка. Розетка, как всегда, на высоте, очень быстро, в течение там 2 дней мне уже доставили товар на новую почту. Значит, упаковочка не вскрыта, гарантия от производителя дается, поэтому, видимо, туда не лезут. Молодцы. Здесь внутри вот такая вот история. Значит, сам телефон, снимаем сразу пленочку, вот он у нас, и включаем. Включаем. Красавец. Пошел. Пускай пока загружается. Так, Евочка. Может позвонить кому-то. Здесь что у нас? Аксессуары. Значит, краткое руководство на украинском, на русском языке. Гарантийное обязательство. Дальше, значит, смотрим, что у нас дальше. Комплектации. Quick Charge зарядку обещают. Телефон поддерживает зарядку Quick Charge 3.0. И зарядочка тоже, зарядное устройство тоже Quick Charge. Обещают 9 вольт 1.67 ампер. 5 вольт 2 ампера. Мы сейчас это проверим. Так, шнур USB. С USB на Type-C. Где-то 1,20 м длина. Хороший, прочный. Значит, Type-C получил телефон. Вход уже не microUSB, а Type-C. Значит, посмотрим сразу. У меня есть тестер. Сейчас мы сразу его и проверим, насколько он соответствует. Так. Включим сразу телефон. Оп. Готовченко. Так, и... розеточку. И посмотрим через какое-то время. Посмотрим, что у нас там. Зарядка пошла. Дальше. В комплекте еще есть вот такой вот переходничок с microUSB на Type-C. Приятно очень. Очень приятно. Наушники, гарнитурка. Гарнитурка я не пользуюсь самсунговской. Это будет очередной подарок кому-то. У меня есть свои хорошие наушники. Ну, нормально для разговора так. Ну, допустим, слушать музыку. Нужно просто не иметь слуха, чтобы в таких наушниках слушать музыку. Ладно, далее. Так, смотрим, что у нас тут. О, при обещанных 9 вольтах здесь у нас 9,27 вольт. 1,36 ампер при обещанных. Ну, так и должно быть, значит, все соответствует. Все соответствует. О, 1,50. Отлично. При 9,27. Все у нас в порядочке. Ну что могу сказать? Если это видео получит 10 лайков, я сделаю технические характеристики этого телефона. По-моему, их и так полно на YouTube. Поэтому, как бы, смотрите сами. Что еще сказать? Пару слов можно сказать, в принципе. Супер аппарат. Буду пользоваться с удовольствием. Спасибо розетке огромное за сервис и за классную доставку. А вот это еще просто в подарок дали. Ну, карточка. А вам всего доброго и будьте счастливы. Наслаждайтесь своими покупками. Пока.